Бегаем что-нибудь поджойним. Вот этот у нас товарищ просто финалиться будет, поедет. Всех победит. За финале победит, да? Этот пошел куда-то сюда. Как бы пофиг. Ну, кстати, тут тоже получается общая, да, вот это с этим. Актером даблмена можно, кстати, сделать. Блин, я этой вышел. Ой, балбес. 315 маны, боже мой. Ну, там финалка, да, сомнительная была. Вернул армию. Быстро походил Лойнисом. Он там копает, что ли, кого-то? Копает, копатыч. Чакира ходить-то будет, нет? На, Кира вниз пошла. Ладно, посмотрим, куда она пойдет. У нас есть стеки, которыми можно усиляться. Кстати, есть вот здесь титаны из интересного. Тут, кстати, аспиды есть. Из интересного. Ну, тут только титаны, да? Только титаны.
Сапоги. Сапоги. Ушел с города, что ли? Ушел с города, ушел. У меня есть предположение, что ушел. Да, Кира где-то шарится. Ну, типа вниз пошел, город оставил, да? Как бы пофиг. Надо допрессовывать, короче, город этот. Триста, 200 останется, да? Пятьдесят 8 клопов. На халяву идут. Это бы проверить. Так. Короче. Идем куда? Сюда. Блин, тут что-то с маной не так уж круто, да?
А, он уже делал ДД сегодня, блин. Бедный Тога. Опа, это где это мы? Это около своего же города, да? Матч 5 ом. Блин, а чьих так до хрена-то? Ой, что я делаю? Можно я только этих сдам? А сколько мне еще надо? Что-то жестко, блин. Блин, жалко. Жалко, черт возьми. Ну, я тут 300 мувов потрачу, да? Не дойду ни хрена я ж, да? Сколько у меня? 3 ДД осталось. То это я вот отсюда могу прыгать, да?
На армии это на самом деле маловато. Армии маловато. Так, а здесь, кстати, это, да, Кинкерия с разведкой. Так, а здесь клопы джонились, по-моему, да? На халяву клопы джонились, по-моему. Так, а где пожарит тут кто убил его? Где я вылез? Я в подземке вылез, да, где-то здесь. Что такое? Блин. Я тут без маны. Ну, типа сюда прыгнуть, наверное, будет, да? Кстати, скорость надо забрать, скорость прям очень нужна. Вместо античейны. Так, 43.
Кстати, у меня нету, да, огня, надо огонь забирать. Докачиваешь. Блин, логу может дадут шахтеру. Неужели не заслужил? Обычной логистики. Кривовато. Так, а три морали, три удачи у меня нету, Найки. Приехал армия обратно. Обратно приехал. Так, а чё, мы от данжа, может, попробуем поджойнить? Типа, раз, два, три, и посмотрим там, да, джойн титанов. По доминантному стеку, кстати, можно посмотреть. Сапоги заберем, ангелов заберем. Да, чисто на титанах можно, кстати, поехать. Вот. И за щитком тоже интересно поехать. Это и можно за клопами поехать. А, либо вот здесь, кстати, посмотреть. От причала ангелов 20 штук. И 5-9 кристаллов, да, посмотреть. Это тоже, кстати, супер джойны. С ними можно вообще не париться. Вот с такими джойнами. Так, если что, по деньгам утопка, да? Вот здесь вот есть утопка. Хрен достанешь только. А, еще вот здесь, кстати, утопка есть. Ёлки-палки. Можно попробовать и эту утопку забрать. Можно этого качнуть героя. Короче, вариантов уйма. Уйма, уйма. А, вот здесь еще утопа, я забыл про нее. Да, это обязательно еще забираем. Так, этот без маны, этому нужно будет пополниться здесь. Походу. Так, ну он на конюшне, в принципе, проблем у него не должно быть. Лойнис там статы увеличил. Нормально. Вопрос, где он? Это наверху? Внизу, да? Че, силогу дали? Круто.
Неплохо. А вот это косячок-с. Упс. 300 мувов, да? Ой, капец. Косяк жесткий. Три 200. Хрен кто добежит туда. Кайф. Просто минус ход. Тупо минус ход, да? Красиво. А, ну зато ману пополним, да? Зато ману пополним. Подожди, я что, Петровича уволил? А, нет. Я уж испугался. Так, ладно. Товарищ Косипор. Хотя бы магов, что ли, убрал. Черт побери. Армия там больше, это конечно хреново, но я, мне кажется, не дойду. 2500, хотя может и дойду, непонятно, вообще непонятно. Да, походил. По красоте походил. Ничего не скажешь. Ну, кстати, с конюшнями. Раз, два, три, четыре. Может, достать до меня, да? Так, а что он добавился? 50-99. Блин, 50-99 гидр, это жестко, кстати.
99 гидар. Серьезно. Хотя вряд ли, вряд ли попрется. Не попрется. Сейчас узнаем. Там еще Гриня пес. А Гриня пес, Гриня пес. Кстати, здесь, да, был в том городе. Это Гриня пес. Попёрся куда-то. Что, реально хочет достать? Типа один ДД сделал. Он, кстати, достанет, возможно. Или подожди. Сейчас проверим. Криво прыгает. Раз. Два. Да, слушай, приперся ко мне. Увидел, что ли, разведкой? Не совсем понял я. Че он мутит? Нападать не захотел. Интересно. Вот это интересно. Пошел в концу. Зачем? Зачем у конца? Ангелов не хватает. Сюда-то пошел, сюда. Ну, такое ощущение, что с разведкой увидел меня и не стал нападать. То, что он точно мог напасть. То есть здесь второй ДД, третий ДД. Так, здесь у нас, здесь у нас, 1600, еще 800 будет, или 400, да, даже больше, идеально. Ну что, посмотрим, будет ли дефаться. Mm.
Да ладно, он еще Тазара успел прокачать. Когда? Когда он его прокачал? Что за бред? Что за бред? Не, мне это не нравится, ситуация определенно. Щиток. У меня есть щиток. Теперь я... Опа, на аспиде. Хорошо. Так, давай-ка сначала мы сюда поедем. Пять тысяч вроде не проблема, да? Пять этих, это вообще имбище, конечно. Так, а тапок у меня нету. Надо тапки взять тогда.
Прокачиваем дипломатов. 139 дров. Щиток, да, не отделен, 4 вольный. Что-то непонятно, как, где какой герой у меня сидит. Да он тазаром сидит, это прям, конечно, трэш. Архов нашел 10-19. А, или загрейдил, загрейдил, скорее всего. Нет, тазар это, конечно, максимально хреново. Так, шахтер у нас здесь, да, 193 мана. Попробовать, может, опять еще раз в атаку выставить с этим шахты чем. Либо библиотеки им пожрать тупо. Две библиотеки есть. Их можно сожрать просто. И будут мега статы. Даже против тазара. Псевдогидр, да, несложно, тут могло просто стоять псевдогидр. Псевдогидр вообще не вижу проблемы. Кстати, вот эти могут еще джониться, посмотреть надо их, может быть, очень много. Вот эти, кстати, на халяву джонились, я что-то забыл про них. Здесь, кстати, да, для тазары, ой, для шахтера, кстати, это повышалка, которую он точно не брал. Вот эти могут джониться еще. Мне жалко, тут, конечно, стек ангелов не пошел. Когда он тазара успел прокачать, вообще понятия не имею. Самое главное этот. Так, это убрать, надо, да? Свиточки. Свиточки, свиточки. Для продажи у нас еще арты появились. Щиток надо поменять. Даже у меня альянс же, да? Да, альянс надо собрать. Альянс, у нас альянс. Хорошо. Альянс, это хорошо. Не, ну вот эти прям мощные. Их даже можно покупать. Если дуэлинг найду. Кстати, вот этих ангелов посмотреть, да, тоже бы не мешало.
Интересно, да? Ну, типа, раз, три, четыре. Да должен доходить на конюшне. Так вот, с монополом сложность. С монополом сложность будет. Здесь от данжа фениксов проще забрать, да? Вот данжа. Так это уволить, чтобы не мешал. Эти можно тут посмотреть, что есть. Кстати, вот этих аспидов можно посмотреть на Джоин. Интересные животные. Что там еще 40 есть аспидов. Так, цель, кого Джонни-то пойдет? Вообще что-то Азар вообще никуда не ходил. Чё за хрен сюда пришел? Ну, кстати. Блин, он второй город где-то здесь взял, наверху. И это отвратительно. Наши любимые коробки.
Так, а я еще хотел идти. Джойнить, блин. Так, вот здесь посмотреть. Бабки. За бабки, за бабки. Блин, где, где, что хотел я посмотреть? Наверху. Вот этих ангелов, да? Денег хотят, собаки жадные. Так, клопов хотел забрать, наверное, да? Давай клопов заберем из Нарала. Стога не ходил. Хрен с тогой нам. Ну все, финалить будем. Если остается. Не остается, просто заберем. Мы уже уверены, что мы побеждаем. Вроде как должны. Да, доходим, точно доходим. Тысяча 400, да? Косарь остается.
Что, оставить, видишь? Остается, остается. Блин, какой фишечкой посетить на моральку? Фишечку на моральку. Кстати, вот эту штуку бы, да, было бы неплохо. Привет. Здорово. Не знаю, 58 клопов, конечно, такая себе. Из-за чего у меня мораль-то положительная, я не понимаю. А вот этих хотел посмотреть, да, забыл. Еще думал, кого я хотел посмотреть. Цех, кстати, здесь еще, да, есть. Цеховичок, тут цеховичок. Четыре библиотеки. Четыре. Эти ангелы, по-моему, денег хотели, да? Ангелы денег хотели. Шабаки жадные. Ну, в целом стеки заменить какие можно. Ну, вот, типа гиганты, такие ватненькие, да, по идее. Либо усилить, либо заменить кем-нибудь. Но кем? Не, 5 кристаллов, конечно, это очень мощно. Прям душевно. Не, здесь нельзя. Титусов нельзя. Нельзя. Эх, Тога не походил. Тога хороший. Вот этот еще с дипломатией. Блин, Кинкерия еще качнулась мощная. С разведкой. С логой. С воздухом. О, кстати, вот. Вот этих нужно проверить. Вот этих нужно проверить. Ну и ЧД можно, кстати. Это на кого он напал? Это что у него? 148 минусов. 28, 26. Это, да? Уток нашел. Это минус мораль. Кукла шамана. И маска. Как у армага тут статов нет? Тут какой-то лоис крутой, 28-26. Что тут у него есть на самом деле? 80 этих?
18 эти. Нет, даже шаклов нет. Даже шаклов нет. Надо, ну, типа отсюда прискакал, да? Угу. Надо нападать. 80 монахов, конечно, круто. У нас, блин, лука, кстати, нету. С луком. Блин, а где у меня лук был? Подожди, я лук где-то видел. Я где-то видел лук и не подобрал. Кто помнит, где я лук видел? Лук, 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 лук. Лук снайпера где был? Ну, не снайпера, в смысле, золотой лук. Лежал где-то точно. Точно где-то лежал, и мы его проигнорили. Мы его сейчас добрать можем с ДД. А, вот, кстати. Подожди, мы вот это никак не доберем. Уже больше нет нигде лука, что ли? Только там. Вообще не, что где-то еще был. Где-то был еще лук. Нет. Лука не было. Нету лука, нету лука. Надо лук довозить. С луком нападать. Но если наруча нету, можно спокойно нападать. Пытаться зафиналить. Есть предположение, что это азарт некачественный. Есть предположение. Так, а я же успею, да, лук передать? Вообще изи, по-моему. А здесь не было нигде лука. Лукового, лукового. Ну, кстати, вот этих можно было посмотреть на Джоин, да? Тупанул, не сделал. Кстати, вот этот может степешиться. И Кенкерия потом довезет армию. Да, кстати. А мы успеем попробовать поджоинить вот этих птиц. Это красная, красная, красная. Ну, это отсюда. Это отсюда. Это отсюда. Да, кстати, петучей можно попробовать поджоинить. Лук добрать. А лук, кстати, Кенкерия может добрать. Хочу ангелов посмотреть и... Ну, первым делом, конечно, лук. Он вроде как изи добирается. Три прыжка. Даже здесь кто сидит? Но здесь дипломата, конечно, жалко сюда тратить. За луком. Три 250. Ну до хрена, кстати, бежать тут. До хрена бежать. Может, я еще и не добегу. Вот этим далеко, кстати, убежал зря. Так, на Тазаре сидит статы. 24-31. Блин, а статы большие, кстати, у этого Тазара.
Остаты большие. Че, устанем мы его пихать, толкать? Или победим? Хотя лук-то, может, и не нужен. А кого я хотел поджойнить? Блин. Ангелов в данже, да? В бегство. Вот засранцы. ЧД не хотят. Петучей хотел, да? Из этого, из рампартика. Ой, 39 штук. Мама. Это ж вообще до хрена. Так. Так. Сапоги, перчатки здесь. Она довезет, да? Кинкерия в данже, да? Тень. Так. В данж получается. Ну что, за луком все же сходим. Слякоть. Нет, вот этот. Блин, у меня 300 стоит, да, это хреново, кстати. Что, не успею, что ли? Или успею как раз. О, отлично. Так, ну тогда в этот, в причал, в Нарал. Причал, Нарал. Так, ну все, вот таким составом получается. Прям таким составом, без вариантов. Так. Походу не успеваю, да? Чё, серьезно? Вот прям вот так? А я чё, в клетке тут стою? У меня 2 ДД, да, остается?
Ну чё, поехали меситься? С Тазаром. Три тысячи взрыв, кстати. На минуточку. Неплохо. Утащил. А чё он не кастует ничего? Как будто книжки нету. Ну, кстати, да. Ну, мы его почти там уничтожили. Кира убили. Нам ничего не вставал, походу, книжки не было. Ну, это, конечно, смешно. Что, дальше будет играть, что ли?
Как-то возможно. Да хрен его знает. Это ж кот. Вот обормот. Ну вот этот джойн мне очень сильно помог. 39 петучей. Прям вообще очень круто было. 39 петучей, прям норм зашло. Так, мне 26 этих гемов надо, да? Бархов сделать. Тазар пошел вот нападать с кем-то с ошметками. Там же нет ни хрена уже. Ну, типа у меня маны нету, да? Ну, допустим. А, Гриндон. Гриндон. Гриндон, мистер Гриндон, да? Окей. Вообще не вопрос.
Вообще не вопрос. Что мне сделает? Взрывать будет? Защиту от земли даю просто. И поехали. Ну давай, покажи класс. Если что-нибудь кастанет, умрет сразу же. Есть еще кто? Нет, видимо, да. Так, ладно, господа, все, спасибо всем. Будем на этом заканчивать. Спать пора. Доброго всем вечера, ночи. Пока-пока. Завтра турнирка в 5. Ну, сейчас вот город забирает, нападает.